Коллеги, Retail Tech на ваших экранах. У нас новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Юлия Токарева. Я модератор и организатор сессии технологий планирования и оптимизации цепочек поставок. Я хотела бы поблагодарить спикеров и участников этой сессии и остальных сессий. Сейчас я помогаю на сессии маркетинг, тоже все темы такие классные и применимые в жизни, вот во всех, причем ее сферах, не только в ритейле, как оказалось, нейромаркетинг. А на самом деле мне очень многие сессии коллег понравились, вот, но, конечно же, моя мне понравилась тоже, и мне кажется, участники, которые приходили, они оставляли хорошие отзывы и снимали спикеров, вот, и многие пришли на конкретных спикеров, которых мы пригласили, и остались очень довольны. Это очень приятно. Я бы хотела поблагодарить то, что наши уважаемые спикеры нашли возможность оторваться от производства и приехать к нам. Более того, мы готовились, допустим, мы готовили пленарную сессию, вот, мы обсуждали ее так интересно, коллеги делали критические замечания друг другу, как-то нашли общие точки соприкосновения. Это здорово, что рождаются какие-то вот материалы в обсуждении, и ну, то есть мнение коллег дополняло друг друга там, и так далее. Мы еще сплотились, и, собственно, получился достаточно хороший продукт. Участников было много, мы фотографировались, после фотографировались во время, то есть эмоции, конечно, переполняют. У нас были звездные спикеры, которых мы еще отдельно потом интервью брали, подарили подарки, ну то есть это как такой большой праздник. Также хочу сказать, так как я в основном достаточно много времени была именно на своей секции, я ее модерировала, да, поэтому я могу про нее больше сказать. Ну, я получила такие отзывы, что от участников, что информации было много, она была насыщена, было интересно, да, и, соответственно, значит, мы попали в суть, ну, то есть в потребность участников, значит, им эти темы важны, вот, это вообще просто очень здорово, и у нас были представлены флагманские сетки, ну, торговые сети, и не только, причем были представлены еще и более такой средний бизнес, то есть, ну, это могут быть иностранные компании, но имеющие такой не очень много ритейла, там, в России, скажем так, средний бизнес, это тоже важно, потому что бизнес разный, у него, у крупного бизнеса, у мелкого бизнеса, ну, задачи чем-то схожи и чем-то различаются, и вот важно, как бы, для каждого участника подобрать для его, скажем так, отрасли, для его потребностей, задача так, чтобы он ушел, сказал, да, вот сегодня я ушел с каким-то новым багажом, и я хочу развиваться, не знаю, там, в своей компании, как-то вот в своем отделе или там еще где-то в смежном отделе я хочу развиваться, и я хочу, наверное, ну, вот в это событие подтолкнуло меня там к этому развитию. Мне кажется, мы достигли, и коллеги во многом достигают. Мне кажется, это здорово. Мы помогаем людям, это важно. Замечательно то, что мы это делаем вместе, что мы являемся частью всего этого. И спасибо вам за это. И надеюсь, до встречи в следующем году, где будет еще более жаркие споры, более жаркие обсуждения. И главное, мы будем решать все проблемы, которые будут делать рынок еще более хорошим. Спасибо огромное. Спасибо огромное, ребята. Спасибо.